Всем доброго времени суток, друзья! И сегодня очередной интересный расклад на необычную тему. Так и называется «Заноза в заднице». Вот кому вы можете быть буквально элементарно занозой в заднице? Для кого вы такой вот человек, который может прямо вышибать из колеи? Давайте посмотрим, как у нас расположатся позиции. На вот такого типа колодах посмотрим мы, на замечательных акварельных. И будем на какое-то время перестраиваться еще на другие колоды. Я могу сразу сказать, что иногда я серию раскладов сразу снимаю, и вы можете видеть то одну, то другую скатерть на канале. Бывает такое, что есть съемочный день, в который, ну, хотя бы 2-3 видео я снимаю для того, чтобы вы ближайшие 2-3-4 дня не оставались без наших встреч. Поэтому иногда, когда вы просите какую-то колоду, например, взять и прочее, я, если я нахожусь рядом с этой колодой, то я стараюсь, конечно, пойти навстречу. Ну, а ежели нет, то, соответственно, нет. Давайте посмотрим, для кого вы заноза в том самом месте, в пятой точке. Давайте посмотрим. Сейчас много новых колод на канале появилось, и могу сказать сразу, на них уже сняты обзоры, они стоят на публикации, но публикация этих обзоров будет немножечко позже, поэтому не спрашивайте, а где покупали, а чего за колода и так далее. Я, когда наступит время, то есть когда будет опубликован обзор на каждую из этих колод, все буду рассказывать в видео, которое, собственно, и снято мной уже на эту тему. Давайте смотреть, как расположатся почти великие, немножко ужасные. На первую позицию пойдет у нас замечательное цитриновое яблочко. Вторая позиция — сердечко топазовое, которое гармонирует как никогда с рубашкой. На третью позицию — изумрудное. И на четвертую позицию — рубиновое яблочко. Загадывайте, можете по фигуркам, можете по порядку выкладки, можете по порядку открытия мною. Главное, чтобы для вас максимально интуитивным был выбор позиций. Если на эту или другую тему, на тему проблемных отношений или перспектив встречи, расклад «Как я тебя узнаю, будущий муж», диагностику магического негатива для того, чтобы понимать, вам надо чиститься или не надо, или чистку получить. Но чистка только после диагностики, потому что если не понимаешь, что с человеком, просто под общую гребенку, как всех по конвейеру чистить, я не буду, да и никто из адекватных практиков не будет. Сперва нужно продиагностировать, чтобы понимать, что с человеком. А потом уже, ну, если все чисто, то и замечательно. Живите и будьте здоровы. Ну, а если что-то не так, то можно уже и чиститься тогда. Но об этом говорила огромное количество на канале. Вообще, когда нужна чистка, что такое порча, как она проявляется в быту. Я об этом обо всем рассказывала. Заходите в плейлист говорилки, там очень-очень-очень много интересных видео на темы магии, на темы чисток, защит и всего, что с этим связано, стихий и прочее. Для тех, кто выбрал позицию номер раз, давайте вот так вот мы и начнем, прямо не стесняясь. Так, сигнификатор ситуации. Ну, вы знаете, здесь может быть ситуация, когда вас считают слишком заметным, слишком выдающимся на работе или в учебе. У кого-то история, когда могут говорить, что вы зазнайка, заучка, что вы зазвездились, что вы прямо вот как-то так активно проявляетесь во внешнем мире. И дома тоже могут говорить. Но я вам скажу так, что ваших заслуг достаточно много в том, чтобы быть заметным или заметной. То есть вы действительно можете быть необычным, неординарным человеком. Кто-то может вести какие-то соцсети достаточно ярко. И это может действительно раздражать в вас. Хотя я не могу сказать, что вы желаете очень сильно быть занозой в том самом месте. Возможно, вы просто хотите дружбы, теплых отношений, чтобы вас замечали, чтобы вас хвалили, чтобы это было уважение, чтобы это было достойное какое-то взаимоотношение. Но не всегда получается так, как мы хотим. Потому что у нас может быть один посыл для того, чтобы, да, вот как-то находить общий язык с окружающими людьми. Кто-то может участвовать в самодельности, деятельности в какой-то или в каких-то кружках, клубах и так далее, в учебных заведениях или на работе. То есть вот эти вот моменты есть. Ну, есть даже клубы для взрослых в хорошем смысле этого слова, когда по какому-то признаку профессиональному или по какому-то хобби, которое объединяет всех, люди встречаются. Но вот вам хотелось бы, наверное, такой какой-то коммуникации нормальной, а вас могут при всем при этом
обзывать там заучкой или звездочкой. Ой, Катя, звезда пришла. Особенно если кто-то недавно короткую юбку купил. Имя Женя у кого-то выходит. Так, давайте посмотрим. Ну, я вам могу, кстати, сказать так, что да, есть такой коллектив. И, кстати, кто-то из начальства, учителей, преподавателей, старших, вот таких людей вы могли напрягать. А у кого-то это были бабушки, дедушки, которых может уже не быть на сегодняшний день. Но здесь вот такая история, когда люди достаточно взрослые. Вот их вы можете напрягать своей яркостью, скорее всего. Давайте посмотрим, чем. Вы знаете, если вы здоровы и красивы, это уже может напрягать, потому что ваша яркость, в том числе внешняя, может не давать покоя, причем людям, от которых вы не ожидали. Бывают даже такие ситуации, когда мать завидует дочери, например. Дочь расцвела, а мать начала потихонечку увядать. И вот от этого может быть история, когда человека это очень сильно задевает. Поэтому здесь вот могут отображаться и подобного рода истории. Дальше что будет на ближайшие пару месяцев? Ну, вы знаете, ситуация может успокоиться, если люди поймут, что конкретно вас сближает и в чем вы похожи, то есть что вы свой, а не чужой. Но это надо донести. А у кого-то появится защитник, мужчина, который скажет, а мне вот, например, Светка очень нравится вот в таком варианте. Допустим, вы подстриглись как-то неординарно, и вам говорят о том, что о, ты что сделала, там и так далее. А тут вот этот человек вступается и говорит, нет, вот шикарно выглядишь, мне очень нравится. Кому не нравится, не смотрите, да. Давайте вам в этой ситуации предостережение, совет. Смотрите, не замыкайтесь, не включайте гордыню в данном случае, то есть просто там мне не важно, нравится вам, не нравится, я сказала, так будет, вот так делать не надо. Здесь можно неизбежность этого объяснить тем, кого вы любите, и понимать, что один раз вы это не объясните. Придется набраться твердости, уверенности в том, что вы хотите донести до окружающих, и делать это с завидной регулярностью. Поэтому просто так вот за 5 минут все объяснить, рассказать и все решить не получится. А если вы будете настроены на долгую, скажем так, на не на стайерскую, а на спринтерскую дистанцию, то все у вас, скорее всего, получится. Для тех, кто выбрал позицию номер 3, давайте посмотрим, чего нам наше изумрудное яблочко расскажет. Полностью непокобелимый вы, да, получается. Ощущение такое, что вы можете и быть занозой в каком-то смысле этого слова, но настолько душевной и твердо настроенной, вот смотрите, с чего начали, тем и продолжили, что вообще не получается никак вас сдвинуть с этого места. И вы даже тут не заноза, а целый кол, я бы сказала, вот даже так. То есть здесь та история, когда вы достаточно твердо стоите на ногах, когда вы четко понимаете, чего вы хотите, и вот этой своей как раз-таки непоколебимостью в создавшейся ситуации вы можете раздражать. Но я вам могу сказать так, что вам от этого как будто бы вот ни жарко, ни холодно. Для кого? У кого-то прям мужчинка. Мужчинка, который постоянно вас поучает, который бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу, Оксана, я тебе сказал, ну что ты так оделась, я тебе говорил, что ты так смотришь, да, вот. То есть есть такой бу-бу-бушник какой-то, который может с занудным постоянством и с постоянной занудностью вам доказывать что-то. Здесь мужская карта, причем карта такая, где мужчина может быть для вас как будто бы вот посланником, который доносит до вас вроде как мнение большинства, но на это мнение большинства, честно сказать, вам вот прям вот плевать с высокой колокольни. Вот что-то из этого момента. Причем неоднократно, да, вот мог говорить этот человек. И есть прихлебатели еще у него, которые тоже могут это говорить. Прихлебатели связаны с личными взаимоотношениями. Вы могли не раз с ними ссориться, вы могли даже кому-то из них сказать, выметайся вообще там из моего кабинета или из моей комнаты, я тебе сказала, я разговаривать не буду с тобой, да, или это не обсуждается. Вот такие вот персонажи есть. Ну, я вам скажу так, что вы своего добьетесь.
И для вас здесь вот перспектива, когда вас оценит серьезный человек, реально серьезный, вы сами прекратите быть настолько непоколебимым человеком. То есть здесь и вы можете как-то смягчиться, когда вы поймете, что рядом с вами человек достойный, который может до вас донести, да, вот вежливо, адекватно свою точку зрения. И вы тоже, в свою очередь, также будете реагировать на него. Такая вот история. Вам предостережение, совет. Не будьте наивны и не будьте капризны. Не пытайтесь реально менять как-то вот, да, что-то, свое мнение. Пока что ваша тактика, которую вы выбрали, она наиболее адекватна в рамках того, что происходит. Потому что может быть ситуация, когда вы можете попытаться подстроиться под ситуацию и людей для того, чтобы не раздражать, для того, чтобы сохранять отношения. Но вы в этот момент можете потерять себя. Поэтому карты говорят о том, что пока что вы можете через какие-то траты как будто бы покупать хорошее отношение. Но что это значит? Если вы по существу не можете ничего изменить, хотя бы конфетку какую-то, шоколадку принесите, угостите тех, кто на вас вот так вот, да, смотрит не очень хорошо. То есть, может быть, вы какой-то товарищ, который взыскивает что-то, или какой-то юрист, который приходит, например, в офис, а там все уже, блин, опять Аня пришла. Да, вы приходите такая вся с шоколадочкой, говорите, ой, девчонки, ну вы же понимаете, работа – это работа, а вот вам шоколадочка. То есть здесь вот можно смягчать и становиться своим, свой среди чужих. Получится такая история у нас. Вот какой-то эффект своего среди чужих вам нужно попытаться создавать. Тогда для вас будет меньше последствий, когда люди недоброжелательно как-то поглядывают. Для тех, кто выбрал позицию номер 4, давайте посмотрим, что Рубин нам расскажет. Ну, вы знаете, я и не могу сказать, что вы прям какая-то заноза. Нет, вы не заноза. Но вы человек, который резко очень может закончить, да, вот какую-то тему, какие-то слова, какую-то ругань или конфликт жестко прямо вот вместо здрасти, с места в карьер. И даже домашние у вас тоже в какой-то момент могут ходить по струночке. Вот такая история может тут быть. Вообще, вы человек достаточно душевный, но смотрите, может быть история, когда вы легко встречаете людей, как-то с ними знакомитесь, много достаточно поверхностных знакомств, ну, когда у вас, например, какие-то клиенты, да, вот, когда вы мастер маникюра, когда вы, там, я не знаю, человек-юрист, который знакомится с потоком каким-то большим людей, вот в эти моменты не успевают складываться отношения. Хотя вы душевно, поверхностно можете со всеми общаться, и это отображается. Но как только вам что-то не нравится, и вы понимаете, не-не-не, что-то вот это не мое, Коля что-то не то сейчас сказанул, я больше не хочу. Не хочу слушать, смотреть, разговаривать, обсуждать. То есть заноза в одном месте в том, что вы, не глядя на чины, можете человека достаточно быстро отправить на хутор бабочек ловить, то есть в то место, где ему удобно. И вы занозой можете являться для тех или в том, что вы можете очень резко менять местоположение. Это вот может в личной жизни отображаться в парах, когда люди живут вместе, потом все, я к маме, или все, поезжай к маме. Да, вот какие-то такие нюансы. Но я могу сказать, что каких-то близких людей для вас нет. Из тех, кого, вернее, для кого вы можете быть занозой такой. Те, кто вас побаиваются, но и те, кто в основном по делу или по работе, могут распускать свой язычок. Вот здесь, вы знаете, как вы можете быть притчей во языцах, периодически о вас могут что-то говорить, рассказывать, но эти люди, я не могу сказать, что прямо заноза, да, вот еще раз можно сказать. Но те люди, которые из-под тишка что-то обсуждают и навешивают на вас ярлык такой вот, да, звезды прямо, которые сами не определились, что им надо. Вот для них вы заноза, скорее всего, потому что вы прекрасно понимаете, чего бы вы хотели. Перспективы.
Ну, вы знаете, изучение и понимание женской стратегии движения, какого-то женского такта в том, что происходит, мягкого избегания или мягкой силы в ситуации. Обретение знаний, причем эти знания могут прийти от дамы, в том числе женщины из хорошей семьи. Да, она вам какую-то информацию даст. Причем вы можете даже не поверить сперва, а потом вы как-то вот все это воспримите. Воспримите, потому что она как-то по-простому придет к вам с этой информацией без второго дна, что говорится. Долго не разговаривайте, старайтесь просто получить информацию. То есть вот вам нужно информацию получить, а не информацию обсудить. И вот соблюдая этот баланс, когда вы даете человеку высказаться и донести до вас какую-то новость, какую-то информацию, но при этом вы не обсуждаете очень долго какие-то такие ординарные вещи, это будет вам давать хороший эффект. И не поссоритесь, и опять же лишних каких-то разговоров и траты времени не будет. Первое, второе, третье, компот. Компот нынче сердечный бульон. Так. Кэп-очевидность наш. Ну, я вам могу сказать так, что, опять же, вы не особая заноза. Но, кстати, у вас может быть какой-то друг такой, вот, который прямо шилом в одном месте. Вы можете, даже будучи к человеку хорошо настроенным и имея с ним планы в дальнейшем, быть очень упертым. И это может подъедать ваши взаимоотношения. Определенная сдержанность и долгосрочные перспективы, которые вы для себя видите и выстраиваете, могут быть неясны тем, кто находится с вами рядом, друзьям, семье, вот таким людям. Причем этих людей вы можете любить, но у вас за счет, для кого-то здесь разница поколений выходит, за счет этого вы можете не очень хорошо понимать чувство человека при своем определенном поведении. Давайте так, что вызывает, какое ваше поведение может вызывать впечатление? Очень резкие высказывания, навешивание ярлыков, ситуации, когда у вас просыпается настроение, сказал, как отрезал. Очень жестко, очень резко, прям вот от души, как говорится, но не по душе. Прогнозы. Ну, у вас хорошие здесь прогнозы. Если вы научитесь доносить нужную информацию в правильном тоне до окружающих вас людей. То есть сразу, если не будете вспыхивать, раздражаться, то есть первым порывом, когда будет сказать, ну что ты не понимаешь, и тут же вы понимаете, что нет, ну может человек и не понимать, надо что-то объяснить. Не всегда и не везде надо объяснять, но вы должны чувствовать те случаи, когда объяснить надо. Давайте вам предостережение. Ой, чаой-то прям вот она выпадала. Карты говорят, заканчивайте с долгосрочным планированием, которое там на несколько лет вперед. Не в плане для себя, а в плане людям, которые вас окружают, очень трудно понять ваши там планы Барбаросса, просто грандиозные и далеко идущие. Могут не понимать вообще, да, что-то эта девушка, вот что-то Жанка с ума у нас сошла, гонит. И что-то не то делает. А Жанка-то знает, для чего она это делает. Потому что через год у нее, допустим, после получения этой профессии уже есть перспективы куда-то трудоустроиться, уже велись какие-то разговоры. Смотрите, будьте умнее дома. На людях вы и так умны. Побольше ума и разума при взаимодействии, может быть, даже где-то немножко хитрости при взаимодействии с домашними, особенно со старшими. Не будьте всезнайкой, то есть не будьте тем человеком, который жестко и четко пытается. Знаете, вот когда особенно несоответствие внешности, такая няшность какая-то, и она сочетается с твердыми намерениями и хорошо выстроенными планами. То есть вот старайтесь не быть очевидно спланировавшим и знающим все наперед. Не развлекайтесь тем, что другие люди этого не понимают. Обратите внимание на мужчину. Возможно, он вам близок, может быть романтически настроенным или достаточно мягким человеком. Это кто-то из ваших домашних или родственников. То есть это не человек, который прям вот далеко от вас. То есть это не начальник на работе, если начальник по совместительству не является вашим мужем, например.
То есть здесь будьте умнее, будьте мудрее в разговорах, особенно вот с мужчиной, с таким. И когда вы находитесь на его территории, помните, что это его территория. Неважно, в чем это выражается. Это его комната, это его квартира, это его дом или его кабинет. То есть вот здесь или гараж, или что-то другое. Вы должны все-таки соблюдать правила присутствия, да, вот место присутствия человека. От этого будет лучше. Вот эти знания вам будут только в плюс. Вот такие, друзья, сегодня у нас были шикарные, красивые очень выкладки. Пишите, как вам нравятся колоды этого типа, которые участвуют, уже несколько раз участвовали и на протяжении нескольких недель периодически появляются в общих раскладах. Хотите ли вы и дальше эти колоды видеть на канале? Всем, друзья, удачи и благополучия. На адекватные комментарии поставлю сердечки, талисманчики. До встречи, до свидания.